Надзирать за своей же работой, возможно, будет исполняющий обязанности директора департамента сообщений Рижской думы Эмил Якринц. Его недавно избрали членом Совета Рига Саатексма, и теперь он будет совмещать должности. Однажды, похоже, практика уже сыграла с ним злую шутку. Кроме того, стало известно, что в следующие 5 лет руководить предприятием продолжит Леонс Бенхенс. Его полномочия продлили вообще без всякого конкурса. В теме разбирался Даниил Смирнов. Водитель этого троллейбуса не может одновременно крутить рулевое колесо и чинить дорогу, по которой он едет. А вот его руководители могут проделать этот трюк чуть ли не с закрытыми глазами. Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринц выиграл конкурс на должность члена правления муниципальной компании «Рига Сатексме». Однако свое первое место работы он не покинул и решил совмещать работу. Проблема в том, что в качестве главы департамента сообщения он должен в том числе и контролировать работу Рига Сатексме. Чтобы не появлялся конфликт интересов, те вопросы, которые касаются департамента сообщения и Рига Сатексме, будут разделены. Это будет сделано. Эмилс Якринс говорит, что физически он будет находиться в департаменте сообщения, а в Рига Сатексме будет работать электронно. Якринс не единственный, кто стремится работать в правлении Рига Сатексме. 31 декабря истек срок полномочий председателя правления Рига Сатексме Леона Бемхенса. Без всякого конкурса, особо не афишируя, его полномочия были продлены еще на 5 лет. В первую очередь надо принять во внимание, что 2 этих человека довольно скандальны в публичном пространстве. Если мы говорим о каких-то личностях X и Y, которые не вызывают никаких ассоциаций, это одно. Но в данном случае и Якринц, и Бемхенс неоднократно оказывались в скользких ситуациях. Например, Якринц был уже в таком же конфликте интересов. Почему его исключили из партии Тевземеондривибай? Именно потому, что он уже был сразу в правлениях нескольких учреждений. И у него также был конфликт интересов. То же самое касается Бемхенса. Возникает вопрос, действительно ли он тот самый, единственный незаменимый кандидат на эту должность. И выдвигая таких людей, надо дважды подумать тем, кто это делает, чтобы не столкнуться с негативной реакцией общества и журналистов. Утверждение обеих кандидатур проходило с ведома мэра Риги Нила Ушакова. В случае с Бемхенсом это и вовсе было решением мэра. Прокомментировать ситуацию латвийскому телевидению мэр Риги сегодня не пожелал, сославшись на занятость, чем не сообщил. Но спустя 10 минут после нашего звонка в социальных сетях мэр разместил фото вида из своего окна с подписью «Метель приближается». Даниил Смирнов, Андрей Скангалс, латвийское телевидение.